Всем привет, с вами LikeApp. Продолжаю рассказывать о новых скидках в PS Store, потому что не все успел рассказать в предыдущем видео. Если не видели, вот подсказочка вверху, основные скидки там. А если ты здесь впервые и тебе нравится тематика игр, консолей и ПК, то ты попал на нужный канал. Подпишись, чтобы не пропускать новые интересные ролики. Самое выгодное предложение — это подписка EA Play. Она сейчас стоит 89 рублей. Продлится эта акция до 30 сентября, так что успейте купить. Так можно поиграть в большое количество игр, например, серии игр Battlefield или Star Wars, ну и так далее. Ну а теперь давайте, что же там по играм. Хочу поподробнее рассказать о двойных скидках для подписчиков PS Plus. The Force продается с хорошей скидкой. Это игра survival или выживалка, и мне почему-то такой жанр игр всегда напоминает Minecraft. Ну и на самом деле это интересно. Нужно построить жилище, добывать еду и воду, крафтить большое количество предметов и оружия. И также в игре есть неплохой сюжет, но и в эту игру можно играть с другом. Это еще плюс к веселью. Ну и чтобы не уходить далеко от темы, еще есть очень похожая игра по жанру Stranded Deep. Тоже выживалка, но уже на острове посреди океана. Мне она больше понравилась. Она более яркая, можно погружаться под воду, искать затонувшие корабли и построить плот и переселяться на другие острова. Ну и также игру можно проходить с другом. В общем, эти две игры точно неплохие, советую. Также Untitled Goose Game. Это вообще очень странная игра. Кстати, опять же, можно играть с другом. Это игра про вредного гуся. Легче ее можно описать так. Она очень похожа на игру «Как достать соседа». Нужно просто доставлять неприятности. Но, кстати, у игры есть сюжет. У гуся есть записка с планом действий по каждой локации, и постепенно их нужно выполнять. Игра достаточно веселая. Можно попробовать поиграть. Серия игр Bioshock в одном бандле. Я играл только в Infinite, так что подробно об этих частях рассказать не могу. Если играли, то напишите в комментариях, как вам игра. Единственное, что может оттолкнуть от покупки, я так понимаю, что в игре нет русского языка вообще, но с другой стороны будет возможность подтянуть свой английский. Ну а так, скидка неплохая, тем более за 3 игры. Мне кажется, неплохо. Mafia 2. Но это легендарная игра. Честно, это, наверное, лучший представитель игр, которые идейно похожи на GTA, но одновременно с этим игра вообще другая. Это ремастер с обновленной графикой, но, к сожалению, вообще без чего-то нового в геймплее. На старте игры, когда она только выходила, было вырезано очень много контента. И когда анонсировали, что будет переиздание, игроки надеялись на то, что этот контент вернется в обновленную версию, но, увы, нет. Также на скидках есть еще и третья часть «Мафии», но тут уже все по вашему желанию. Игра прям очень средняя. Сюжет скучный, графика мыльная, с освещением вообще какая-то беда. Советую, если только прям хочется понять сюжет «Мафии» целиком. А вот следующую игру я прям точно советую к прохождению. Это Batman Arkham Knight со всеми дополнениями. Это финальная история Бэтса. Тут просто все настолько классно реализовано, графика очень красивая, город большой, пустоват, конечно, но это сюжетно объясняется. Просто обалденная боевка, куча гаджетов, Бэтмобиль, который вызывается как плотва из Ведьмак 3, и еще очень интересный сюжет, но еще бы это финал истории. В общем и целом, это один из лучших представителей игр про супергероев. Очень советую попробовать поиграть. Soul Calibur 6. Это перезапуск серии, и не стоит бояться шестерку в названии. История начинается сначала, но геймплей на этой игре мне напоминает что-то общее с Mortal Kombat, Street Fighter и Tekken. В игре есть 19 персонажей, плюс добавляют новых. Но самое интересное, что в игре есть Геральт из Ривии из третьей части Ведьмака. Ну это правда круто. Ну и честно, игра неплохая. Если хотите поиграть в какой-то новый для себя файтинг, то я думаю, это хорошее предложение. Безумцы. Это та игра на компанию, когда придут гости. Ее интересная деталь в том, что друзья могут играть на телефонах, что весьма удобно, не обязательно иметь 4 геймпада. А так в игре 14 режимов, все они простые, но интересные. И подойдут вообще для всех возрастов, и для людей, которые играют в игры и нет. Также, если вам не понравятся какие-то режимы или правила в них, можно всегда это поменять. Или создать свой плейлист, или выбрать уже доступный, так что это здорово. Fall Guys. Но игра потихоньку становится все менее и менее популярной. Но новые сезоны все равно еще выходят, и может какой-нибудь сезон все-таки сможет нас удивить, и игра заиграет новыми красками. Я делал обзор на эту игру, когда она только выходила, если интересно, вот подсказочка вверху. Но если вкратце, это королевская битва, где логично побеждает только один. Нужно пройти все испытания, пока не отсеются все остальные игроки, и уже в финале определяется победитель. Режимы в игре разнообразные. Сейчас уже добавляются новые, если же не играли на старте, можете попробовать поиграть. Hitman улучшенная версия. Это тоже комплект из нескольких частей. В первую я не играл, а вот Absolution достаточно интересная. Если хотите познакомиться с серией игр Hitman, неплохое продолжение. Тем более, сейчас по подписке PS Plus можно еще забрать и вторую часть Hitman.
Ну и на финал я оставил PES. Очень большая скидка. Но я вообще не знаком с этой серией игр. Я не очень люблю спортсимуляторы и обычно даже не вставляю их в ролики. Но тут скидка большая и решил рассказать. Напишите в комментариях, кто играл в эту серию, стоит ли она того, или же FIFA намного лучше. Если да, то напишите почему. Будет интересно почитать. Ну и на этом все. Если ролик понравился, то оцените его лайком. Не забывайте про подписку и колокольчик. Ну и напишите комментарий, что выбрали, во что сейчас играете, какие игры ждете. В общем, пишите, будет интересно почитать. Ну и как всегда, получайте от игр только удовольствие и будьте здоровы. Всем пока!